Баймакском районе с полуприцепа грузового автомобиля во время движения выпала катушка со стальным канатом. Вес ее около 8 тонн. Катушка была плохо закреплена и упала на встречную «Ладу Гранту». Ее водитель скончался на месте. Еще один участник происшествия съехал в кювет. В Стерлитамаке мужчина за рулем АКИ влетел в электроопору и перевернулся. Один пассажир погиб, второй травмирован. По одной из версий, водитель был пьян и не справился с управлением. От медицинского освидетельствования он отказался. Очередное ДТП на этой неделе с участием скорой помощи произошло в Туймазах. Спецсигналы у машины включены не были, а это значит, что он такой же участник движения, как и все. Возможно, водителя смутил двойной сигнал светофора, и он ожидал, что сейчас загорится зеленый. Но нет. Как мы все помним из ПДД, если одновременно горит и красный, и желтый, движение запрещено. В Черниковке в одном месте на улице Невского пробили колеса 8 автомобилей. Причина – разбитый асфальт и неосвещенный участок дороги. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru.